Переведено и озвучено Black Street Records при участии переулка Переводмана. Судья Дредд. Демон. Нет! Передача прервана. Я Сидней, все под контролем. У меня тут попытка изнасилования в руках. Я готов повести тебе приговор. Судья Сидней, напоминаю, что попытка изнасилования — это максимум 20 лет в Изакубо. У вас все? Жертва на вид очень юная. Возможно, прибавить еще 5 лет, если потерпевший несовершеннолетний. 5 лет? Жертва скончалась. В этом случае... Твой приговор — смерть! Детство. Отец, этот человек перестал кричать. Это потому, что он умер. Умер? Умер. А теперь будь хорошим сыном и отнеси его к другим телам. Присоединяйся к судьям. Присоединяйся к судьям. Убивай всех, кого хочешь, если он это заслужил. Люди. Их мозг полон червей. Ты знал об этом, сынок? Отец, я больше не хочу быть дантистом. И какую профессию ты избрал, сын?
Смертельный приговор. Класс для начинающих. Добровольцы есть? Мой мозг тоже полон червей, сын. Я знаю, отец. Сидней. Да, отец. Спасибо. С удовольствием. Юность. Говорит диспетчер, есть данные о том, где могут находиться банда ангелов вблизи краев Мегасити 1. Они прячутся в кафе диско. Они обвиняются в изготовлении штуки, а также распространении наркотика среди молодежи. Наркодилеры? Мне интересно. Они рецидивисты. Это не первое их преступление. Приговор – смерть. Принято. Дай мне немного стуки. Давай же, я знаю, у тебя есть. Ну дай мне. Секундочку. Ты судья. Эй, он ебучий судья. Отец. Ты видала парня в униформе Наси? Конечно, да, фобия. Да, я наблюдал за тобой всю твою жизнь. Я должна признаться, что когда ты нажал на курок, и голова твоей влюбленной девчонки внезапно бум! Ох, в этот момент я вся намокла! Нет! Я не хочу умирать! В мире еще осталось куча людей, которых я должен убить! Закрой-ка рот, мачо. Нет никакой необходимости жить, чтобы это делать.
зрелость. Приветствую. Я пришел, чтобы судить тебя. Нет-нет-нет-нет, тебе нужен Стуки, можешь взять его себе, все забирай. Меня не волнует мой возраст. Этот Стуки для тебя. Настоящее преступление — это жизнь. И приговор — смерть. Прошу, не убивай меня! Пули для меня роскошь. Я не хочу тратить их на такую мелочь. Улики? Черт, заставь этого собакоба Исаку. Приговор 10 лет за хранение наркотиков. Спасибо, спасибо, господин судья. Диспетчер вызывает Дреда. Дред диспетчеру, я полностью ваш от головы до пяток включаю внутренности. Что вам нужно? Это касается твоего брата Рика. Он считался без вести пропавшим, когда отрабатывал наказание на Титане. Гражданские камеры засекли его в космическом порту этим утром. Он здесь, Дред. Рика в Мегасити 1. Проклятие. Внимание всем судьям! Беглец, бывший судья и очень опасен. Последний раз был замечен в Макфе с маленькой девочкой. Возможно, похищение. Соблюдайте осторожность. Папочка, где ты был все это время? Высунь изо рта. Во время еды нельзя жевать жвачку, Виена. Почему нет? Это вредно. У тебя могут выпасть зубы. Это поэтому у тебя такое лицо, папуля? Нет, Виена. То, что случилось со мной, другая история. Эй, дядя Джо! Эй, дядя Джо! Мы здесь! Нет, Виена, нет! Разыскивается Рика. Они были прямо за вами, судья. Я не позволю дяде Джо найти нас. Как бы от него отделаться? Но папа, он же дядя Джо!
Теперь он не мой брат больше. Теперь он судья. Хорошо, хорошо. Вниз. Приветствую. Умри же. Я контроль воздушного пространства обнаружил беглеца. Он с дальним акфазе 43-й этаж, подозреваемый вооружен. Это был не я, Джо. Да, я знаю это, Рико. Это ничего не меняет. Я все еще должен судить тебя. Виена, позаботься о ней. Дядя Джо? Виена. Что случилось с папой? Дядя Джо. Виена, твой отец, он умер. Умер? Умер. Умер. Он умер, Виена. Дядя Джо? Что, Виена? Что означает умер, дядя Джо? Умер. Смерть. Смерть. Смерть — это когда люди... не возвращаются. Папочка! Папа? Внутри тебя находится много жизни, моя дорогая. Но не беспокойся. Это можно исправить. Смотри, это молочный зуб. Молочный зуб? Папа, что означает смерть? Папа? Покойся с миром, судья Дред, его честь. Разыскиваются. Мы верим в смерть. Развод. Преступление — это жизнь. Приговор — это смерть.
дядя Джо! Мы здесь! Папочка хочет покатать меня и показать свою фобию! У тебя есть только один выбор. Ты отдаешь мне девочку, я же гарантирую тебе быстрый суд. Папа сказал мне, что мой мозг полон червей. Что? Стоит бояться. Смерть — это хорошо. Смерть — это легко. Я могу прикоснуться к твоей жизни одной рукой и раздавить ее. Возьми это. Давай же, раздави его. Нет! Нет? А почему нет? Это не совсем обычное сердце. А я не совсем человек, ты демон! Я есть закон! Оли и Кип. Я снова жив. Ты судья Дред? Приятно познакомиться. Виена, ты должна знать, что такое смерть. Вот это. Вот это смерть. Дядя Джо? Ты убил моего папу, да, дядя Джо? Не беспокойся, дядя Джо. Я уверена, у тебя была на то причина. Я все еще люблю тебя. Джо! Куда ты уходишь? Могу ли я? Виена, тебе не стоит меня любить сильно. Я не твой отец.
Я судья. Перевод BS REC. Роли озвучили: Илья Баране, Василий Сиприков, Юлия Спейт, Евгений Фетчоп, Даша Явенко, Миша Максимов. Работа со звуком: Евгений Фетчоп. My friend.